Нашатырный спирт в пропорции 2 столовые ложки на 10 литров дождевой воды является хорошей подкормкой для ваших растений. В данном случае чеснок, как в принципе избавляет от всякой тли, деток и других мерзких насекомых. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ждите новые обзоры интересные.